Таджикские банки зарабатывают на денежных переводах трудовых мигрантов при осуществлении операций по выдаче получателям рублевых денежных переводов. Об этом пишет Азия Плюс в связи с распоряжением Национального банка Таджикистана от февраля месяца 2016 года все поступающие денежные переводы в рублях без открытия банковского счета выдаются исключительно в национальной валюте – самани, в результате чего банки автоматически конвертируют и выдают получателю деньги в самани по курсу ниже курса этого же банка. Так, например, в отделе денежных переводов Государственного банка Амонатбанк от 21 мая 1 рубль конвертировал в 0,145 самани, то есть получателям переводов выдавали вместо 1000 тысячи рублей 145 самани. При этом в пункте обмена валюты этого же банка курс покупки каждого рубля составлял 0,148 самани, 148 самани за 1000 рублей. Таким образом, с каждой одной тысячи российских рублей банк необоснованно удерживает по три самани. Следует заметить, что годовой оборот денежных переводов трудовых мигрантов составляет 12 миллиардов рублей. Из этой суммы минимум 36 миллионов самани, 3,6 миллиона долларов, таджикские банки зарабатывают на курсах валют от переводов мигрантов. Тем самым Национальный банк Таджикистана своим распоряжением от 2016 года превратил карманы трудовых мигрантов в один из источников наживы таджикских банков. 沾沾 <Ja. S 2> <Ja. S 1>、ja.